ЖД «Вокзал Курган» – это станция Южно-Уральской железной дороги. На станции находятся два ЖД вокзала – центральный и пригородный, их разделяет 1 километр. Рядом с современным вокзалом, на его месте когда-то был старый вокзал 1990 года постройки, стоят интересные объекты, паровоз ФД-20-2696, памятники в честь дважды почетного железнодорожника Сласмана ВМ и железнодорожников-героев социалистического труда. Само здание вокзала Курган построено в строгом современном стиле. Черепица здания окрашена в зеленый цвет, а за теплоизоляцию внутри помещения отвечают высокие пластиковые окна. Адрес: город Курган, площадь Сласмана, 6. Вокзал работает круглосуточно. Справочная: +7 35 52 49 20 06. Официальный сайт ЖД вокзала Курган http://kurgan.dzvr.ru. Касая черта, здесь каждый просмотрит информацию, имеющую отношение к станции, материалы представлены в краткой форме. Аэропорт Курган, пригородное сообщение, на экспрессах пассажиры доезжают до Екатеринбурга и Челябинска, а на пригородных поездах – до Макушино, Шадринска, Каменск-Уральского, Петухово, станции Шумиха. Дальние следования, поезда дальнего следования доставляют путешественников до Челябинска через Омск, до Кисловодска через Иркутск или Новокузнецк, до Москвы через Петропавловск или Караганду, до Екатеринбурга напрямую или через Ташкент или Бишкек, до Казани через Алматы. Обратите внимание, от Кургана до Москвы 2370 километров. Фирменный поезд «Зауралье» преодолевает это расстояние за 37 часов. Сезонные маршруты: в летний сезон туристы доезжают до Анапы через Тынду, Иркутск, Северобайкальск или Новосибирск и Адлера через Северобайкальск, Барнаул, Читу, Иркутск или Новокузнецк. Курганская ЖД станция обслуживается 76 поездами и 20 электричками. 74 из них являются проходящими. Старт первого поезда, согласно расписанию, приходится на 0 часов 30 минут, а прибытие последнего – на 23 часа 44 минуты. В среднем каждый из них стоит на платформе примерно 16 минут. Этого времени достаточно, чтобы путешественники покинули вагон или заняли места, согласно купленным билетам. Обратите внимание, некоторые поезда подвержены особому графику движения, целесообразно уточнять их расписание на конкретные числа. К ним относятся рельсовые автобусы 083C, Караганды пассажирская, Москва Казанская, 250 ньютонов, Адлер, Новокузнецк, 673C, Павлодар, Тольятти, 083C, Караганды пассажирская, Тольятти. Курский вокзал, Павелецкий вокзал, как быстрее добраться до ЖД вокзала Курган, курсируют автобусы номер 104, 12, 6, 72 миллиона 205 тысяч 209, 2113632153185232, 31 5, 3, 1, 2, 30 миллиардов 301 миллион 243 тысячи 304, 22, 232, 33, а также маршрутки номер 336 и 232. От автовокзала до ЖД вокзала Курган удастся дойти пешком 170 метров, а от аэропорта – доехать на автобусах номер 378 и 359. ЖД вокзал Каменск-Уральский – бесплатная автостоянка. ЖД вокзала Курган находится в 20 метрах от здания, а места для парковки маломобильных пассажиров – в 100 метрах от него. ЖД вокзал Курган располагает свыше 40 путями, 4 платформами, боковые, музеем ЖД транспорта ЮУШТ, вагонным и локомотивным депо. Важно! Каждому пассажиру, сошедшему со станции, удастся выйти к площади имени Сласмана, улицам Родионова, Омской, Рябковской, Красина, Рихарда Зорге, станционной, Коли Мяготина. К услугам пассажиров ЖД вокзала Курган следующие кассы дальнего следования: номер 2 с 9 часов до 20 часов 15 минут, перерывы с 13 часов 15 минут до 13 часов 45 минут, с 15 часов 15 минут до 15 часов 45 минут, с 17 часов до 17 часов 30 минут, номер 3 круглосуточно, перерывы 11:30 полдень, с 14 часов 15 минут до 14 часов 45 минут, с 16 часов 30 минут до 17 часов, с 22 часов 15 минут до 22 часа 45 минут, с 4 часов 15 минут до 5 часов 15 минут, с 7 часов 15 минут до 8 часов 30 минут, номер 4, с 6 часов 15 минут до 21 час 30 минут, перерывы, с 10 часов 30 минут до 11 часов, с 18 часов 15 минут до 18 часов 45 минут, номер 6, с 10 часов до 18 часов 45 минут, перерывы, с 12 часов 15 минут
до 12 часов 45 минут, с 14 часов 45 минут до 15 часов 15 минут. В этой кассе оформляют только групповые заявки и билеты на международные рейсы, через станцию проходят составы международного сообщения. Обратите внимание, во всех кассах путешественники оформляют купленные в интернете билеты, расплачиваются банковскими картами, а также возвращают купленные билеты. Табло отправления, табло прибытия, онлайн-табло отражает всю необходимую для пассажира информацию, начальный и конечный пункты маршрута, номер поезда, время отправления и прибытия, статус рейса. Ознакомиться с этими сведениями каждому желающему удастся, не выходя за пределы своей квартиры. ЖД «Вокзал Курган» оснащен залом ожидания повышенной комфортности и эконом-класса, справочной один этаж, информационными табло, пандусами и лифтом для маломобильных пассажиров, 11 комнатами отдыха со спальными местами, 2 этаж, обратите внимание. В комнатах отдыха ЖД «Вокзала» пассажиров снабжают полотенцами, простынями, подушками, наволочками, одеялами, феном, утюгом. Здесь же удастся заказать еду из ресторана и воспользоваться телефоном, все это дополнительные услуги. Магазинами, медпунктом, банкоматами, платным туалетом, стойкой заказа такси, пунктом розыска утерянных вещей, линейным отделом полиции, буфетом, сервисным центром, комнатой для матери и ребенка, комнатой творческого развития ребенка, громкоговорителем, автостоянкой, местом, где удастся перепеленать младенца, камерой хранения багажа. На Курганском железнодорожном вокзале оказывают справочные информационные, санитарно-гигиенические услуги носильщиков и бытового обслуживания. Wi-Fi. Пассажиры ЖД вокзала Курган вправе пользоваться услугами компьютерного зала и выходить в интернет посредством бесплатного Wi-Fi. Обратите внимание, зона Wi-Fi покрытия на ЖД вокзале, залы ожидания и комнаты отдыха. Прежде чем покинуть ЖД вокзал Курган, целесообразно сфотографироваться на фоне стелы «Я люблю Курган» 15 минут ходьбы, отыскать нулевой километр с установленной там бронзовой фигурой почтальона, на машине ехать всего 4 минуты, отсюда отчитываются все дороги, дополнительная информация. Говорят, если загадать желание и прикоснуться к сумке почтальона, оно исполнится. Осмотреть Богоявленский храм снаружи и поклониться почитаемым иконам и святым мощам внутри, пеший путь до него займет 16 минут, отдохнуть в городском саду, 6 минут езды, сад протянулся на несколько кварталов и интересен жителям и гостям города шахматным, фестивальным, скверами счастья и декабристов, фонтанами, стелой, Золотое кольцо, собором Александра Невского, кофейней, театр, аттракционами, батуты, пиратский корабль, паровозик, цирк, свадебная карусель, лошадки, детский игровой комплекс, тир, за родину, молния Маквин, двойная волна и другими объектами, провести время в ТЦ, Рио, до него пешком идти 26 минут, ТЦ оснащен банкоматами, Лето Банк, ОТП Банк, магазинами, Центр Обувь, Адидас, Белвест, Фикс Прайс и ПР. Фудкортом, Маракана, спортбаром, детской зоной, видеоигры, зеркальный лабиринт, 5D кинотеатр, тир, планетарий, парк аттракционов, автодром, бильярдный, зоной для игры в боулинг, посетить страусиную ферму, до нее ехать 20 минут, здесь удастся увидеть страусов, лебедей, косуль, верблюдов, фазанов, ястребов и других животных и птиц, снять коттедж, расслабиться в сауне, бане, перекусить в кафе. Цены: аренда коттеджа от 2500 рублей, сутки, парной 500 рублей, час, зала с мини-бассейном 750 рублей, час, звездочка. Свободное время до отправки поезда лучше провести с пользой и посвятить его курганским достопримечательностям. Комнаты отдыха на ЖД вокзале Курган, комнаты разного класса от эконом до люкс. К услугам гостей: бесплатный Wi-Fi, автостоянка, буфет, камера хранения. Номер телефона для связи с администратором плюс 7 35 22 49 34 02. Стоимость проживания от 500 рублей. А при заселении от 6 человек в мини-отеле действует гибкая скидочная система. Рядом с ЖД вокзалом Курган находятся следующие средства размещения: гостиница «Хаппи Хом», до него идти всего 5 минут, от 2500 рублей, сутки с завтраком, отель «Академия», пеший путь займет 12 минут, от 2000 рублей, сутки, гостиница «Авеню Парк Хотел», до нее ехать 6 минут, от 3900 рублей, сутки, гостиничный комплекс «Москва», пеший путь займет всего 4 минуты, от 700 рублей, сутки, отель «Ностальжи», пешком до него идти 27 минут, от 2500 рублей, сутки, гостиница «Воробьевы горы», 8 минут езды, от 2755 рублей, сутки, звездочка. Обратите внимание, в
В Воробьевых горах есть возможность почасового снятия номера. Уточнить цены удастся по телефону +7 35 22 603 063. ЖД вокзал Курган востребован круглый год, поскольку объединяет сообщение между столицей и другими российскими городами. Ежегодно он обслуживает примерно 5000 пассажиров. Звездочка цены актуальны на июнь 2018 года.